Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас обзорчик на очередного героя с выживанием. Это у нас будет ПБшка, Повелитель Бури. Почему ему поставил? Потому что в основном он бывает очень часто сливается на начальном этапе, на героях. Его Фрея убивает, и он не успевает заюзать свой скилл. Ну и в принципе для новой локации древнего испытания тоже должен быть неплохой. 7,5 секунд кулдаун, 3 секунды неуяз, 1700 восстановления, понижалка у него есть родная, 12-12, доспех стоит, ремочка. По созвездиям он у меня собран на урон. Вот такая вот игруха новая у нас. Поехали посмотрим с рейдов. Возможно, сейчас кто-то у нас попадется. Вот, отлично. Не получилось. Не скажете вам, не будь здоров. Так. Ну, как видите, урона хватает. Что у нас дальше будет? Дальше его просто ушатали. Вот так вот. Жизнь, боль. Первых 3 секунды нормально, дальше слили. Возможно, просто лучше рунами ставить и не париться. Урона, как видите, очень много. А вот так, Афинка. Ну-ну-ну-ну. Надо пробовать будет с уклонением его все-таки ставить. Хотя, в принципе, райда не показатель. Но, опять же. Ну, пробуем дальше. Так, ну когда там уже нули будут? Ну, убился, убился. В общем, в рейде нехти. Так, поехали. Это ремочный вариант, конечно, он собран у меня сейчас. Вот видите, энергию забрали, и все, и на этом все закончилось. Такой вариант больше для PvP локаций. Давайте поехали на аренку. Надеюсь, меня там не скинули. Так, кто-то на меня нападал. Не могу я посмотреть. Но, как видите, вот бьют, а толку не убивают, пока они моих. Возможно, здесь неплохо будет. Поехали. Не по центру, плохо. Следующий. Так, отлично, этот по центру. Так, вот видите, получается, пока он добегает, его скилл уже срабатывает. Так, ну-ка. Вот отхил фуловый был, неплохо. Это мне уже нравится. Посмотрите, урон держит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, чуть-чуть. Дай подхил. Блин, чуть-чуть не хватило. Давайте попробуем ему слона поставить. Коли такое дело. Ангела. Ну, ангел там мало ему даст. Давайте со слоном попробуем. Ну, в плане подхила, конечно, вопросов нет. Так, на ком это он там, на хранителе убивается, что ли? Да, там кто-то с отражалкой, потому что проседает. Или нет, хранитель не видно, в общем. Ну, такое себе. Ну-ка попробуем, сворожаем.
чтобы у него был немножко подхил. Не, видите, нужно еще и кулдаун хорошо попасть, поэтому не ахти. Не ахти. Так, забрали. Поехали в экспедиции, поищем что-то интересное. Ну, я, честно говоря, качал его именно для древнего и для забытой. И мне, в принципе, там он нравится в пачке. Но тут еще тоже неплохо. Так, ну-ка, интересно. Ну-ну-ну-ну-ну, секунда. Я не увидел там. 300 тысяч, да, было? Или это так он отхилил? Скажите мне потом на повторе, что там было, но я что-то не понял этого отхила. Странно как-то. Поехали на подземочке. Ну, рогатка мне как-то больше по душе была. В принципе, ему слона смысла нету, но чисто ради уклонения. У него и так иммун. Но здесь он должен уже вырубать их конкретно. Нет, как видите, просто налегке. Конечно, он собран на урон. Вот это единственное. С уклонением он, конечно, поярче будет. Но переруливать везде я пока не хочу. Можно убрать ремку, поставить ему. Третья утекаха. Так, шестое. Если я посмотрю, может, у меня есть. Что у меня здесь? Не то ISO. Да, не то ISO. Сейчас сделаем священный огонь. Посмотрим в такой сборке. Так, отлично. Сейчас у него будет немножко и дафа, и жизни, в принципе, должно быть получше. Поставим дополнительно ему еще, давайте, ангела. Ну, по урону, в принципе, ему тут вопросов нет. Вот интересно посмотреть с этим отхилом, что же все-таки будет. Так, ну сейчас урон явно намного меньше. То есть его родное умение. Единственное, что сейчас останется. Хотя у него, думаю, вряд ли мы будем попадать. Ну вот видите, стан проходит немножко. 348 тысяч отхила. Это было неплохо. Так, вот дальше будет интересно.
Так, отлично, бегут. Жесть, бежит в стане, это просто что это было, я не понял. Мой в стане стоит, а рыцарь в стане бежал. Так. Смотрим. Ну вот сейчас явно было очень круто, потому что по нему не попали, опять отхил офигенный. 93 тысячи это ангел отхилил, 236 отхил опять. Ну, не знаю, вот тут вот, конечно, смотрится неплохо. Когда особенно станет. Так, хорошо. На подземках, в принципе, плюс-минус. Давайте сейчас попробуем в забытой. Ой, не в забытой, а... Да, в забытой, я уже забыл, как локация даже называется. Здесь потестировать. Так, убираем его с этой команды. Рогатку ставим обратно сюда. А его ставим отдельно. Вот именно с СОшкой потестим. Главное, чтобы не заблочили. Так, есть у нас Фрей, есть у нас Стрелок. У нас сейчас будут забирать, скорее всего, энергию. Так, но первые секунды продержался. Продержался и довольно-таки неплохо. Все-таки сейчас я надеюсь, если мы его не сольем. Мы его, наверное, сольем. Сейчас посмотрим третью пачку. Выйду специально. Так, да, мы его тут, конечно, сольем. Еще разок. Только с ремочкой. Чтобы он сразу со старта пристанил их. Ну, в принципе, если ему собрать уклонение, он намного универсальнее будет. Тут чисто урон. Чисто на урон собран. Так, поехали забытое. Опять же, тот же самый состав. Смотрим. Вот он их застанил. Так, ну тут Фрея разгонится сейчас, я, наверное, да. Тут вариантов у нас особо нет, но наполовину они просели, конечно. Ну, не знаю, такое. Если бы еще пару героев, вот как вот эта пачка, где полностью СО, не СО, а выживание, то, в принципе, неплохо. Так, ну, надеюсь, сейчас у нас еще кто-то будет стопа. Так, отлично, есть хранитель. Вот хранитель включился, и он слился, в принципе, наполовину на хранителя. То есть отражалка, опять же, очень сильно влияет. Против отражалки не покатит. Давай, мохнатка, тащи. Зачем я тебя качал? Чё тебе техникрылы? Вот так. Еще разок давай. Бабулька, давай тащи. Я в тебя верю. Красавчики. Какие техникрылы с 12 скиллами? Бабульку никто не убьет. Так, давайте вот тут попробуем. Опять Фрея есть. Ой, это как так? Мы типа его застанили, они нас заблочили. Так, интересно. Сейчас попробуем тыкнуть ему оживу.
Пикнуть оживу, которую у меня нет. Не, у меня где-то седьмая должна быть. Вы что? Так, есть. Ну, давай против Рэй. Куда я зашел? Чего я сюда зашел опять? Зачем мне вот сейчас против Рэй? Кстати, сейчас будет видно, как она... Если, конечно, я не буду успевать убить камень. Вот здесь, кстати, отлично. Посмотрите на ворожея. Она бьет ворожея. Вот попала разок. Но там пару раз она его не смогла убить, потому что у него... Да, то же самое сейчас будет и с этим чудом. Возможно, против Рэй интересный талантик будет. Так, идем сюда. Так, заблочили. Миссуют. Отлично. 316 тысяч отхил, ребят. Вот так вот. Неплохо. Честно скажу, неплохо. 316, а если поставить исцеление еще ради интереса, получится будет неплохо хилить. Так, ну попытки у нас кончились. У меня есть 26 этих. Давайте еще этого попробуем. Так, вот они его бьют, миссают. Вот это мне нравится, кстати. Посмотрите, как офигенно. И опять же нули. То есть получается, если он ресается, то у него опять срабатывает талантик. Неплохо. Значит, на Анубисе будет вообще супер. Надо будет потестить Анубиса. Однозначно. Хотя, с другой стороны, я на древних ставил, там его убивают. Непонятно вообще. Думаю, разберемся с этим. Так. Ну, давайте еще тестанем. Кстати, сейчас посмотрим. Лабиринт открыт. Еще есть 2 дня. Так, вот пошли нули. Неплохо. Убили. Ну, в принципе, ему не дают зарядиться. Ведьма с тыквами не дает зарядиться. Плюс станет, как видите, молчание. Опять молчание, ну тут понятно. Если мы его немножко уберем и сделаем даже не так, а вот так. Сливает под молчанкой. Попробуем другую пачку. Может, тут молчанку они будут налаживать. Так, вот он включился. Ну, так, конечно, неплохо. Don't feel
Так, душика вижу. Опять включился. Но по урону вопросов нет. И, в принципе, первые секунды ему ремка-то особо не нужна. Единственное, если застанет первому ему. Вот это единственный вариант. А так, в принципе, оживу ставишь. И нормально. Так, опять ведьма. Не дадут зарядиться. Не дали. Отлично. Так, ну тут нас и заблочили, и молчанку наложили, и Фрея есть, ну тут без варианта. Ну не знаю, в общем такая вот сборка, буду дальше тестить, я показывал вам на PvP локациях. Возможно для забытой именно, для атаки фортов еще там мы обязательно, я надеюсь, его потестим. Для лабиринта однозначно да, в лабиринте это просто будет мега, я постараюсь завтра вам это заснять. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.